И сегодня Кристины, моего первого ребенка. У нас родился богатырь. Он родился весом 3800. 55 сантиметров на свое счастье. Ой, знаете, он у нас вообще талантливый ребенок. Во-первых, он уже и головку держит у нас. И очень долго следит за предметами, очень внимательно слушает, если с ним разговариваешь. Вообще очень любит, когда с ним общаются. Сегодня чудесный день, светит солнце, тепло, хорошо, поют птицы. Сегодня у нас крещение Даниила. Ну, нам очень понравилось это имя. Мы пришли к консенсусу с мужем. Мужественное, красивое мужское имя. Ну и потом покровитель московский, Даниил Московский, собственно. Поэтому Даниловский монастырь. Сегодняшнее крещение – это поворотный момент в жизни Даниила. Он станет, надеюсь, настоящим истинным христианином, будет соблюдать христианские ценности. Чтобы он был здоровым, чтобы он был умным. И чтобы у него всегда были мама, папа, любящие бабушки, дедушки, большая семья. Пожелать, чтобы он самореализовался в жизни, вот, чтобы у него получилось то, что он задумывает. Пусть на твоем жизненном пути тебе встречаются только самые добрые, самые искренние, самые надежные люди. Чтобы Даниил был счастлив, главное. Счастлив, успешен в этой жизни. Ну, хочу пожелать прежде всего здоровья. Пусть всегда тебя окружают любящие, заботливые друзья и родственники. I won't let you fly, I won't say